Всем привет, друзья! Сегодня будет довольно интересная теория, о которой, я думаю, многие зрители задумывались. Однако, я решил пойти еще дальше и подумал, как именно может произойти данное событие с возвращением старых культовых персонажей. Всем нам известно, что ДФБУМ не перестает нас удивлять, даже когда кажется, что уже нечего показывать. Ведь за 72 серии много что произошло в сериале. И так как мне, да и остальным зрителям до сих пор нравится наблюдать за развитием сюжета, это значит, что он делает все правильно и тактично. И плюс к этому, мы знаем, что ДФБУМ любит магию чисел и постоянно экспериментирует с разными способами показывать сливы. Если раньше где-то, до 50 серии мы видели только классические сливы кадров, только от него, то за последние 22 серии Бум уже успел не только давать свои эксклюзивы очень многим ютуберам, но и делает это очень часто в виде тролль сливов. А вот совсем недавно, как вы помните, вообще он дал интервью почти всем ютуберам, которые делают разборы, в том числе и мне. Но среди всего этого разнообразия, самый последний интересный слив, который запомнился больше всех, это, конечно же, был Puzzle Leak, то есть Puzzle Слив, который мы видели до выхода третьей части 70-й серии. Только вспомните, как это было круто, когда ютуберы получили сливы по частям, и зрители видели смысл этой картинки постепенно, а не сразу. А когда он собрался воедино, то все начали обсуждать, кто же умрет. Так вот, к чему это я? Беря во внимание все эти факты и то, что ДФБУМ начал интересными способами подогревать интерес к своим сериям, то появляется одна логическая мысль. Скорее всего, перед выходом 80-й серии тоже стоит ожидать такой же Puzzle слив. Или же другой, еще более интересный вид слива, в котором будет снова дан некий факт и пару вариантов правильного ответа. Но почему я думаю, что в этот раз это будет не смерть кого-то из персонажей, а легендарное возвращение? Сейчас я расскажу про это, друзья. И как обычно, я буду стараться подкреплять все мои догадки фактами и интересными деталями, чтобы вам было еще интереснее. Но перед этим, не забудьте поставить лайк под видео, так как в прошлый раз мы с легкостью смогли набрать очень много лайков. Поэтому, если мы снова сможем набрать столько же лайков или больше, то уже по традиции я выпускаю еще одно видео прямо завтра. Поехали! Сразу отвечу на вопрос, почему же я верю в возвращение старых персонажей и почему именно в 80-й серии. На эту мысль меня сподвигла нынешняя ситуация сериале. Я тут имею в виду не только про тройную смерть в 70-й серии, а скорее про вектор развития сюжета после данной серии. Я думаю, все согласятся, что с момента, когда агенты дошли до главной лаборатории, сюжет кардинально поменялся в более жестокую сторону. Если раньше зрители вряд ли бы всерьез воспринимали теории, где Кавармет-сан умирает или заражается, то сейчас такого рода теории уже кажутся самыми вероятными. А из-за еще большего накаления в отношениях между Астро-туалетами и Скибиди-туалетами, появляются еще и мысли, что, возможно, даже Джимен не выживет до 80-й серии. Ведь я напомню, что в одном из последних сливов мы видели число 74, что, скорее всего, означает смерть Астро Туалета или Джимена через две серии. Но думаю, даже если такое случится, как раз-таки именно Джимен — это первый мой кандидат, который обязан вернуться в сериал, и, скорее всего, он сможет вернуться с того света с помощью недоделанного последнего проекта ученого в контейнере. Следующие же мои два кандидата, которые, я думаю, что имеют шанс вернуться в сериал, это, конечно же, Вантузмен и Даркспикермен. Но если в случае Даркспикермена я не сильно уверен, ведь мы еще ни разу не видели, чтобы раса спикерменов выступала в роли помощников секретного агента, то Вантузмен, скорее всего, находится в призрачном состоянии, как и Камармены-близнецы, так что его возвращение очень вероятно. Кстати, перед тем, как Даркспикермен вошел в кабинет ученого, он стал прозрачным, точно так же, как и Вантузмен. Это означает, что чисто технически секретный агент имеет возможность оживить и Даркспикермена. Это очень прикольно. Следующий культовый персонаж, который тоже есть в моем списке легендарных возвращений, это, конечно же, влюбленный Камармен. И тут, в принципе, все понятно, даже объяснять не надо. Ведь, как вы помните, в прошлом видео я уже упомянул, что, скорее всего, этот таинственный персонаж, которого ДФБУМ начал очень часто показывать в разных местах и сериях, и есть он. Но даже если не так, в любом случае, из всех сегодняшних кандидатов по ожидаемости, его возвращение в сериал он занимает примерно такой же уровень, как Вантузмен. Хотя нет, на самом деле, есть еще один персонаж, но про него в самом конце. А теперь у нас в очереди Скибиди ученый, я не мог его не добавить в этот список, так как в любом случае он будет одним из кандидатов из-за его большой значимости в мире Скибиди туалета. Однако, по моему мнению, этот персонаж точно умер и очень рискованно его возвращать. Но почему же, вы меня спросите? Сейчас объясню. Однако перед этим, знаете ли вы, что именно дает большое преимущество в реальной жизни? Конечно же, жизненный опыт и умение правильно действовать.
действовать. Но в любом случае, не всегда опыт бывает, скажем так, сладким. И иногда в жизни не все камильфо. Но о чем это я? И зачем я это вспомнил? Дело в том, что для прокачки этого навыка не обязательно пробовать все подряд и рисковать в реальной жизни. Ведь логичнее попробовать себя в игре, которая является по сути симуляцией реального города, который узнает каждый из вас. Речь, конечно же, идет о нашей любимой игре Grand Mobile, где мы очень часто зависаем в перерыве от выхода серии по Skibidi Toilet. Кто не знает, Grand Mobile представляет собой онлайн-город со своими жителями, экономикой и вайбом. Тут можно общаться с реальными людьми по чату или голосом, взаимодействуя с ними прямо как в реальной жизни. В этой игре ты можешь стать кем угодно, то есть это по сути ролеплей игра про Россию. А еще у нас там имеется собственная семья, в которой я и сам играю, так что ты даже сможешь со мной встретиться там иногда. Поэтому очень советую скачать, а также не забудь использовать наш промокод SKBD, который даст тебе гелик, 300 тысяч рублей и VIP-аккаунт на 7 дней. Ссылку на скачивание, как всегда, ты найдешь в описании под роликом. Можно будет играть как на Android, так и на iPhone. Ну а мы продолжаем. Вернемся к моему тезису, что ученый умер и не вернется. И скажу почему. Ведь если, скажем так, в случае того же Вантузмена есть лазейка в виде искусственного мира призраков, который находится в компьютере секретного агента, то для возвращения ученого Дефукбуму, во-первых, нужно оправдать это решение каким-то жестким сюжетным поворотом, а во-вторых, нужно это сделать красиво, чтобы это не показалось со стороны как способ хайпа, пренебрегая сюжетом и логикой. И есть еще один факт, косвенно подтверждающий это. Если обратить внимание на официальный магазин Дефукбума, то можно заметить, что в разделе «Коллекции» есть многие культовые персонажи, в том числе и Джимен, но нет ученого. Это означает, что если в случае Джимена или других персонажей у Дефукбума есть долгие планы, то история ученого уже завершена. Ну и к тому же, согласитесь, все-таки такое возвращение было бы лишним, так как к этому событию Альянс шел почти весь сериал, и даже сложно вспомнить, сколько агентов погибло из-за одного этого ученого. И это бы обесценило вообще любую смерть, так как по такой логике может вернуться в принципе любой. А это, как легко догадаться, не пойдет в пользу сериалу. В любом случае, давайте перейдем к следующему нашему кандидату. И в этот раз это даже не один персонаж, а целая группа одной расы. И речь идет, конечно же, о людях. Люди были в сериале только в пару первых сериях, и за долгое время про них вообще никто не говорил. Но после 69 и 70 серии все поменялось. Ведь Дефукбум нам снова про них напомнил. Если в 69 серии это были просто скелеты, то в 70 серии мы их увидели в виде фотографии с секретным агентом. Это, как мы понимаем, ученые той самой лаборатории до нашествия Skibidi туалетов. Конечно, почти все люди вымерли, и это факт. Однако, все равно есть шанс, что некоторая маленькая их часть где-то прячется. Когда ютубер Фордал спросил Дефукбуму, есть ли тело у секретного агента, он ответил maybe, ну типа возможно. И как мы понимаем с этого ответа, он не спешит еще раскрывать секреты по поводу этого. Ведь если окажется, что у единственного человека, которого мы видели, ни фотографии, нет физического тела, то вероятность даже хотя бы одного живого человека ничтожно мала. Кстати, кто не смотрел мое видео про то, что секретный агент это на самом деле не человек, очень советую посмотреть сразу после этого видео. Вам он точно понравится. Ну а теперь самый последний персонаж, о котором я хотел бы рассказать сегодня. Как вы могли догадаться, я буду говорить про Skibidi кота. Да, того самого, про которого в последнее время каждый второй ютубер не поленился рассказать. Все началось снова с одного из ответов Дефукбума на вопрос, вернется ли Skibidi кот в сериал. Он на этот вопрос ответил «возможно». А совсем недавно, когда появился новый Astro Toilet с маской, внимательные зрители обратили внимание на белый символ у него на голове. И как вы видите, эта штука очень сильно напоминает лапу кота. Даже скажу больше, некоторые мои зрители начали мне кидать вот это видео, которое подписано снизу словом «мяу». В принципе, если не прислушиваться, можно сказать, что это мяуканье, но конечно вряд ли. Это, наверное, уже наш мозг внушает нам, что он именно мяукает, так как очень хочется верить в эту теорию. Однако, каким бы абсурдным ни казалась эта теория, в принципе, он имеет логику. Ведь задумайтесь, что мы видели ученых и у Альянса, и у Skibidi туалетов. Что если как раз таки именно Skibidi кот смог создать расу Astro туалетов и возглавить их? Однако, делает вид, что это какая-то
высшая раса, и они должны править скибиди-туалетами. Хотя на самом деле, за этой маской с красными глазами скрывается злобная, мяукающий скибиди-котик, который всех обманывает. Но, друзья, это уже тема для отдельного видео. На сегодня это все. Не забудьте посмотреть мои другие видео и подписаться на канал. Пока-пока.